Амстер, добрый день, дорогие друзья. Вчера мне сообщили, что мой подзащитный, величайший марафонец Марат Джанамбаев в настоящее время находится в штрафном изоляторе учреждения номер 4 города Степногорска, где он отбывает наказание. Ему не дают звонить мне, хотя все осужденные сами выбирают, кому звонить, тем более адвокату. Ему дают звонить только лишь своей семье, никому другому. Ему не разрешают звонить и контролируется это. Администрация учреждения, вопреки Уголовно-исполнительному кодексу, придумали уже свои законы, по которым Жанбаев Марат не может никому другому звонить, кроме членов своей семьи. Это откуда такой закон? Я считаю, что это беззаконие полнейшее. И руководство КУИС, прокуратура, правозащитные организации должны принять соответствующие меры. Все его жалобы не пропускаются. Аппараты по приему жалоб и обращений, которые находятся на территории учреждения номер 4, работают только для проверяющих. Но не для Жанбаева и других осужденных, которые и не могут обращаться с этими аппаратами. Последний раз на прошлой неделе, когда я посещал Жанбаева, руководство учреждения продержало меня почти 3 часа, не пропуская к нему, ссылаясь на то, что руководство учреждения согласовывает мою встречу с Маратом Жанбаевым с ДУИС и КУИС. Это с каких пор встречи осужденных с адвокатом согласовывается с ДУИС и КУИС? Это сказал мне дежурный по учреждению. Завтра опять я собираюсь к нему на встречу и надеюсь, руководство учреждения сделает соответствующие надлежащие выводы. Благодарю за внимание.